очень радостный, совсем не военный и не страшный день. Хотя выставка называется «Я хочу быть русский солдат» и посвящена Первой мировой войне, столетнему юбилею, началу Первой мировой войны. Тем не менее, глядя на то, из чего она состоит, я думаю, в ближайшее время у всех присутствующих такая возможность появится, вы поймете, что она совсем не страшна. И сейчас мне бы хотелось представить вам детский хор «Весна», который, собственно говоря, и приглашен нами для открытия этой очень яркой, замечательной выставки, которая исполнит замечательную песню абсолютно в стиле, в духе мирного, счастливого детства жалобы на слова Василия Андреевича Чайковского. Давайте послушаем исполнение. Давайте скажем большое спасибо нашим гостям. Хор «Весна», дирижер и художественный руководитель Надежда Аверина, хормейстер Анастасия Беляева и Ирина Ромасовцева. Спасибо. Мы еще его услышим сегодня.